Одну даду, да, через. Через 5 уровней. Но мне нужно 10. Мне нужно 10. Так, пора потратить энергию. Пора прокачать персов, да. В первую очередь мы будем качать энкор. Давайте посмотрим, сколько ей нужно. До левелапа. А, и, кстати, пушку для ГГшки еще в теории можно. Так, ей нужны эти цветы. Ну, тут понятно. Еще Rage to Set Core, Inferno Rider. 6 штук аж нужно. Поехали. Михаил F1337. Спасибо за сапочку, Лит. Спасибо. Спасибо большое. Подожди, у меня все еще не тот выбран. Зачем мне этого трейчить? Cancel tracking. Мне кажется, львуви по сравнению с Геншином меньше стандартных круток дают. Даже за левелап персов. Ну вот тоже за левелап персов нет халявы. Ну знаете, они могут это ввести потом как крутое качественное изменение, да, которое... Ну чтобы не было такого, что типа не повторяй точь-в-точь. 55 левел сразу. Как же тяжело, да? Такой живучий райдер. О, хорошо, что на ГГшку переключилась, потому что тем самым усилил себе. Ульт. В резист биться всегда тяжело. Ну да, да. Эй, я вообще-то нажимал у нее этот смену. Alone. Да, блин. Да, урона нет. Блин, наберешь отра скилл, пожалуйста, чтобы я ультанул за ГГшечку. Хорошо. Спасибо еще за одну подарочную. Забирай свои дропсики. О, оттолкнул. Не вовремя. Не выпал, увы. Три. Две. У меня четыре. Надо шесть, да? Надо шесть. Стоим, ждем, получается. Так, а чё с лапом ГГшки? На нее же предметы дают за этот... За специальный... Блин, качнуть эти три стопа-то по миру. Да, у нее есть, только вот эти цветы нужны. Это те же самые, да? У нее те же? Похоже. Да, те же. Привет, русский язык есть? Здорово. Русский язык есть неофициальный русификатор, который я не советую. Лучше пользуйтесь экранными переводчиками. Или изучайте английский. По играм изучать английский очень классно. Это самое простое изучение, способ изучения английского, который вы сможете найти, потому что у вас на экране картинка, в которой вы понимаете, что происходит, и так далее, и так далее. Барашница, тебе понравилось? Да, да, да. Инкор клево. Чё творит? Простите.
Кажется, я нашел место, которое бы понравилось Нюку, если бы он делал обзоры на персонажей. Так, что-то я не вижу ни одного цветка пока что. Они где-то там, наверное, дальше были. Да? Какое задание нужно выполнить, чтобы открыть бездну 19 ранг? Блин, я не помню, кстати. По-моему, после битвы со Скаром появилась. Вот здесь она находится. Tower of Adversity называется. Пар-па-па. Слушайте, а что-то цветов нет. Придется в магазин покупать, походу, за денег, а вы. А вот парочка. Ну, или вы можете подсказать, где они еще есть, помимо этого городочка. А чё? Это чё, это поворот был? Кто же качал? ГГ, Энкор. Чё-то бабочка, что ли, была? Это была бабочка. Просто в магазине покупал. Сейчас он обновился. Ну... прикольнее же вручную пособирать. Если тест персов не проходил, то там дают по 3 цветка. О, кстати, не проходил, скорее всего. Вот еще есть немножко. Тут, видите, по всей деревушке раскидано, оказывается. Так что в целом... Эй, Тиджой, спасибо. Наигрался в Risk of Rain. Привет, приветики, здорово. Рад вас видеть, здорово. Здорово, рейдерам. Мы в нашей гача-дрочильне гоняем. Это клон Геншина, если вы не слышали, не знаете. Довольно приятный в плане игры. Здесь, в отличие от Геншина, можно быстро бегать по стенам. Это очень кайфово. Ну и много всяких других прикольных фишек. Вот, а также сегодня глянем второй раз, я вчера уже поиграл в игруху 33 Immortal, это, короче, рогалик на 33 игрока, может, вы видели, слышали о нем, вот там демка началась. Вот, и будем, скорее всего, вечером тестировать Dead Cells перед мастером игры. Спасибо, спасибо тебе же еще раз большущее тебе за рейд, очень приятно, очень приятно. Очень приятно, спасибо. Бэфка мне кайфовая, пока что очень нравится. Да. Она пока поприятнее. Так, и че, зачем я это ломал? Чтобы кусок руды просто полутать? Ну, такое. Да, там, если че, есть частичные правила уже по мастеру Игоря на... по Dead Cells. И пару проклятий, которые я там плюс-минус придумал. Это еще не финальные правила, но уже можно в целом почитать. Такие вот дела. Так, ладно. ГГшку, получается, можно асцендить. Да. Ну левел здесь уже... те книжки опыта-то заканчиваются, да? Какие-то капсулы опыта, назовем их так. На этом мы будем долго сидеть, так что можно по миру потихоньку фармить. 33 Immortals не присылают. Ну, рандом. Мне присылали как стримеру. Кстати, Тич тоже можешь забрать, попробовать, если хочешь. На... знаешь, где можно запросить ключ? На Rainmaker, если ты тут еще. Забавная игруха. Можно будет со зрителями, наверное, залипать, играть вместе. Надо ли вообще этих могу убить? Типа... понятно, зачем надо убивать мобов, с которых эхо падает. Надо ли вообще убивать вот таких вот мобцов? Даже не юзал такой сервис. Ну, там ключики выдают. Rainmaker называется, да. Есть же их много, если не знаешь. Кеймейлер, Rainmaker, Терминалс. А последний я забыл.
А, еще Луркет, Луркет. Вот он сейчас, кстати, довольно-таки даже неплох. Как же монашка хороша, мне так нравится ее мувсет. Казалось бы, просто зажимай кнопку, враги вокруг получают урон. Ну как же красиво эти танцы выглядят. Вообще балдеж. Имейлеры знакомы с сервисами и закончилось, а их вот так на самом деле немало. Хочу резонанс-убилку бахнуть. Стоим чилим, я понял. Писал мои мысли по игре, за нее так приятно кнопки нажимать. Да, при этом она у меня как бы сейчас слабо качана. И поэтому на нее переключаться как бы не стоит, у нее просто пушка синяя. Все проблемы от непрокачанной пушки. Вот. Ну, она такая приятная вообще. Че, не успел нажать? Все же горит вокруг. Не, видимо, не успел. Ну, ладно. Так, Лего. А, Лего у меня еще недоступный эпик. Эпик, посмотрим, что там за Инферно Райдер выпал. Дев, понятно. Сильный отраскил. Монахи, да, монахи не усиляют ульту. Я поэтому стараюсь переключаться на ГГшку с нее. Три штучки? Две штучки. Видимо, гарантом теперь две падают, не знаю. Так, мне все еще нужны цветы, да, в магазине. Мне все еще нужно вот эти штуки качнуть в синтезисе. Поехали. С пушками тоже проблема. Ни на Верин, ни на нее нет эпиков, с синьками бегают. Но я, понимаешь, я на монахине Легу жду в баннере. Поэтому не беру эпик. Вот. Я просто-напросто жду Легу. Так, это вот синьки мне нужны были или эпики уже? Подожди, я забыл. Пока что синьки 4 штуки, да? Ну, лучше сразу штук 16 бахнуть. Так, и в магаз. Creative Workshop 2, чучка. Окей. Вот, поэтому да, крутить оружейный баннер полезно. Жаль, только эпики не падают. Ну и плюс у нас будет Лего на 45-м. До 45-го, конечно, дожить надо. Это очень долго. Это долго, конечно. С повышением уровня мира больше ресов с боссов падает. Потому что мне всегда 1-2 материала для прокачки дают. Капец как долго. Ну вот мне пару раз сейчас повезло, по 2 выпало. Ну, скорее всего, повышается так же, как и в Геншине, и везде вообще. Думаю, что должно, да. Почем 45 тысяч за 15 цветов вот этих, да? Давайте заранее выкуплю, а то их реально собирать долго. Так, хорошо, Энкор есть. Роверная магия? What? На возвышении. Должны больше давать, конечно. Так, это есть. Теперь мы можем немножко в следы вложиться, да? У меня есть как раз две синьки. А что у нее самое важное? Да базовая... Не, ешка на самом деле. Мне резонанс скилл как будто больше всего урона вносит. Energetic Welcome Damage. У ГГшки, скорее всего, здесь есть, да, что вкачать синенькие. Но я и, наверное, начну с меча все-таки. Это тоже, наверное, в синтезисе надо сделать. Блин, неудобный синтез, конечно, сделали. Надо было им как Фанкай делать, чтобы не прыгать туда-сюда. За стандарт крутки ты бы... Я оружейку только кручу. Да-да-да, я всем советую. За стандарт крутки не персов крутить, а оружейку. Это полезно.
Это полезно. Синтеза в определенной точке меня жестко бомбит. Неудивительно. Так, возвышаем. Качаем. Это на максимум прям можно на самом деле. С оружием. Есть. Это есть. Блин, может все-таки вложить один меч в другой? Я бы потом еще легу забрал. Почему именно оружейку? Потому что оружия не хватает персам. Потому что легендарное оружие сильно нас усилит. Да и эпиков не хватает. Прям совсем. Крутое усиление достаточно. Да персов нам целых трех дали. Теперь надо этих персов, любимых вайфчик, приодеть как-нибудь. Так, на тебя у меня вообще есть руки обезьяны заранее какие-то, нет? И сколько у меня энергии? 104. Ну, вряд ли мне. Кстати, да, в БПшке же еще пушка дается. Хорошо было бы. Так, еще World же боссов надо побить. ВБшки. Ну, не обязательно сегодня, можно их в конце недели. Кто полезный среди лек на выбор? Кольчара сильная ДДшер, Ранкор сильная ДДшерка. Верина и Джиксиан хорошие саппорты. А насчет пацана льва ничего не скажу. А все другие, а все леги закончились же, да? Там же 5 лег всего, кек. Тем прилетим фото. Это типа его посмотреть можно. А где втор... А, второй чел за ним бежит. Так что, у меня нет рук обезьяны, да, я так понимаю? Да у меня и оружия для нее нету. Ладно, давайте потихоньку вкладываться в ГГшку и Ванкор в первую очередь. В ГГшку и Ванкор. А это значит, что мы сейчас пойдем вот сюда, подфармим штуки, да? Колчар выбил легендарный меч, который сигнал генерала. Капец, он с ним тычки по 7 карт сдает. Балдеж. World боссов на конец недели. Насучивал в лап. Да, да, можно. Я не знаю, пока хочу это сделать пипега или нет. Наверное, можно попробовать. Может, я и апну 40-й за это время. Не знаю. Совет Тиан, крутанул ружейку. Первая десятка выбил легу. О, грацули. Получается. Хоть гайд на самом деле пиши на YouTube, что крутить реально. Потому что, ну, вот этот момент, то, что в игре раздали нам персов, и теперь хорошо бы крутить оружку, это прям такое важное, мне кажется. Universe in my psyche. Чем бы ни было этот psyche. Долго дерусь, кстати. Так крутить уже нечем. Ну, это понятно, да. Hello. Вавиплаты. Вавиплаты потратили. Сайки почти саки. Так, ей бы тоже пушку, да, за 7 зеленых, за 5 зеленых, еп. Следующий Ascension пока не буду, наверное, делать. Теперь обилки. Сколько синих? 2 штучки. А, этот не могу. 2 штучки. Какую из обилок-то бахнуть? Ну, базовую тычку. Сколько ранг стоит тратить тип слабую смолу?
Да я думаю, с 30-го вполне себе можно, скорее всего, чтобы быстрее добраться до 40-го, да, чтобы вот... Тут уже 6,5 тысяч надо. Я думаю, можно на 30-м плюс-минус. Че, надо датабанком заниматься на самом деле. На самом деле, надо заниматься датабанком. Потихоньку. У меня из зеленых, вон, смотрите, только ящеры какие-то эти. Вот этот тандеринг босс. Пойдем сходим к нему. Попробуем его выбить. Оружка, походу, получается всегда гарант, вроде как. Я могу next выбрать оружку и крутить только ее. Да, да, говорили, что здесь, походу, всегда гарантовая оружка. Блин, мне не нравится, что эта штука висит, несмотря на то, что мы ее закрыли. Я прям помню это. Пора начинать заниматься прокачкой эхо, хотя бы эпических для персов, да? То есть надо какие-то вот эти вот на процентное АТК эхо накачать. Мне кажется, это важно. Ого. Какие-нибудь эпики, типа, на хороший какой-нибудь урон, да. Fusion Warrior. Здесь можно их пылить или для прокачки его использовать. Нет, нельзя. Насколько я понял, только уже прокачанные эхо вливаются в другие эхо. То есть качаешь ты их только специальным ресурсом. Вот особенность. Эй, чё, в смысле? Мы так и будем здесь плавать? А? Сайки. А, да. Блин, ты все еще отвратительно. Павук, иди сюда. Ай, у меня есть для тебя. Приколы. Ну, блин, вообще-то это довольно высокая. И ГГшка высокая. Можешь подсказать, куда нужно сжать, чтобы повысить уровень мира? Там специальный квест надо сделать. На 20-м, 40-м, 60-м. На 10-м и 30-м не надо ничего сжать, он повышается самостоятельно. У тебя прям в журнале должен был квест появиться, если что. Let's race. Here comes encore. This is so much fun. That didn't hurt at all. That didn't hurt at all. Не верю. Так-то ХП заканчивается. ГГшечку, чтобы усилить ей урон резонансом, накопить резонанс, кастануть его. И дальше прыгать на инкор хиляться. Эверин куда пропала? Да не качана просто. Нечем качать ее. Ну ты же попал. Окей. О, повезло. Эпик сразу давай, пожалуйста. Найс. Все хорошо. Забирать тебя награды не будем. Че экстра награды в банке не обновились? А хороший вопрос. Непонятно, как они обновляются пока, если честно. First,
Чего? В воскресенье, в субботу у меня мастер игры. Там иногда хромаки из-за этого ломаются. Каждый понедельник написано. Ну, может, что-то забагало. Может, по средам будет. Сейчас Мгардиана на самом деле вообще убивать не надо было. А вот этот чел, по-моему, нужен, да? Да, я его только вначале убивал, я его помню. А, чё я с английского на японский, кстати, не переключился? Блин. А вот, вот это вот забаганная камера, вы говорили. Давайте японский вернем. У меня такая же пачка. Неудивительно. Милые, приятные, сильные девочки. Сильные, независимые. Так, это вообще первая стартовая лока. Да, мы где-то типа... Нет, подождите, стартовая лока где-то... Губей пас? Не, мы где-то тут, по-моему, начинали. Не помню. В Ауке. Анкор больше на английском нравится. У нас чат в основном жаловался. Мне это в целом норм. Over 30 seconds. Давай. Ого. А, и голосов нету, потому что они опять сломались из-за смены языка. Кстати, о багах, да? Волки — это уже, скорее всего, не новый уровень, да? Но волки у меня уже были. Перезайти надо. Грибочек какой-то, да? Не могу вдуплить в механ с эхом. Смотри, вся информация про эхо находится в датабанке. Вот здесь вот. Все тут. Все тут. Вот шанс выпадения эхо с монстров. Вот шанс выпадения эпиков, синих, зеленок, лег и так далее. Вот шанс на увеличенный рейд раз в 15 раз в неделю. Стоимость, количество, сколько ты можешь вставить своих персонажей. И так далее. А, качается он только с уникальных полутанных врагов. То есть мне нужны вот эти 4. Вот сейчас мне нужны вот эти вот. Вот так вот. Сейчас в игру перезайду. Нет, Нордик, это не я не могу вдуплить в банку, в механ с эхом. Это в чате написали. Спасибо, я разобрался. Сколько можно объяснять, блядь? Игра находится в стадии разработки, блядь. Не звоните мне! Не звоните мне сюда больше никогда, блядь! Долбоёб! Не знаю, на карте есть две цапли. Знаю, что можно с них пятизвездки полутать. Утопить можно. Не, я буду честно сражаться с мобами. Зачем мне это? Некоторые были бы счастливы, если бы персы во время битвы молчали. Не, мне нравится, мило все неплохо озвучено. И на английском, и на японском очень даже. Так, где-то вот здесь вот был моб, пойдем его поищем, этого каменного. Я вроде точку запомнил, хотя, может, я этого уже убил. А нет, вон стоит, чилит. А, вам экран не показал, сори. Это
Чиказукуна! Какие персонажи больше всего понравились? Монашка и Анкор самые классные. О, эпик плиз. Найс, супер. Они выпали, нет, потому что они тяночки из этого баннера, потому что я обожаю монахов и так далее, и так далее. На медведя 120-го нет, не вижу пока смысла. О, нового достал, хорошо. Так, медведь. Кстати, не уверен, что у меня есть эпический медведь. Медведь, медведь, научи пердеть. Блин, какое же все-таки след в истории, да, игровой индустрии оставила смута. Просто, ну, незабываемые впечатления. Незабываемые фразы. Целых две. Да, ну, просто. Разрабы все-таки, ну, вот все жаловались, а ведь... Разрабы смогли. Смогли научить пердеть. Удивительно. О, черепашка. Черепашка, скорее всего, эпическая тоже уже лутал, да, есть. Так, давайте дальше смотреть. Датабанк. Датабанк, датабанк. А что, я уже все виды врагов убивал, что ли? У меня ни одного вопросика нету на врагах. Или это не здесь находится? Как тебе хаос ГГ? Прикольный, ну, на самом деле довольно похож на обычного спектра ГГ. Ничего такого супер крутого не увидел, кроме прикольных крылышек, прикольных каких-то атак, ну... Опять же, я пока еще не понял, где нужны вот эти вот спектра и прочие виды урона, кроме как против местных слаймов, которые как кристальчики. То есть, наверное, ну, в бездне, наверное, у врагов будет резист, да? Ну, логично. Какой-то. А чё? Забагал? Хорошо. Эпик? Эпик сразу, хорошо. А что, мне сразу предлагают на другого, да, ящера идти? Ну, кстати, ящеров побить не так уж плохо, как будто бы. Чего алерты попозже, пока хватит? Кого? Кого пипек? В мире у некоторых врагов тоже есть резист. Ну, понятно, что, наверное, есть. Ну, типа, например, окей. Логично, что у огненного гонщика огненный резист. Ну, типа, абсолютно очевидно, да, и... Да, я понимаю это. Или, например, у электрического монстра будет электрорезист. Ну просто, знаете, мне бы... Я бы вот всегда, если разрабы любой игры делают какие-то такие уязвимости, ну, эти резисты врагам, я бы всегда хотел энциклопедию, где видно, у какого монстра какие резисты. Вряд ли здесь-то есть, а очень, наверное, хотелось бы. Бля, волк пошел драться с кем-то. С работягами. По миру разброшено цены 4-звездное оружие. Я только что нашел двурук. Опа. А вот это полезная инфа. Только двурук нахер не нужен, а вот... От кристальчика я бы, наверное, не отказался. Ну, клеймор вообще бесполезен. Нет, нету, не существует в этой игре персонажей, которые клеймор носят, поэтому пока что useless.
Это как, знаете, как с Вельтом на релизе. Хочешь двурук, типа, выбей с ультраредкого перса. Да я шучу. Вдруг на защиту фигня, больше никаких пушек не слышал. Ну, на защиту действительно фигня. На ногами от обезьяны. Птичка такую эпическую собирали, не знаю, видимо, да. Друг на Таоке. Ну, Таоке надо еще и это... Таоче она, правда, а не Таоке. Блин, это слишком ответственный склон для скилловых. Хорошо. Таоке еще найти надо. Здесь прям, типа, они могут накладываться друг на друга или не могут? А, не могут. А! Вернись. Такс, я понял. Видимо, большие это была ошибка, да? Вот и сложные загадки подъехали. О, три, три. Буква Г, да? Так, если положить вот тут... Потом не хватит никак, да? Здесь тоже. Так. Скорее всего, нет. Тройка и... Да, эту в помойку сразу. Видимо, две буквы Г, может быть, бахнуть. А, так вот же. О, вижу две троечки. Да. Давай. И чё? Подождите, я что, это уже вставлял? Нет. О, светофор мне тоже эпический нужен. Время сообщения вышли. Касательно оружия в штанах... В штанах. В шахтах есть небо с ящиком 4 звезд на выбор. Выкупает за руду. А, да, да, говорили про код кузнеца, я его так и не нашел пока. Игра в Рогалик Ивент. Хочешь, чтобы баф такие висели над шкалой фор... Вне режима. Не понял сообщение. В Рогалик я играл, но сообщение, честно говоря, не понял. Чем веселье? В городе? Вроде дал привет. Поселяем. Еще светофоры будут, молю. Пока я их нашел. На одном из мостов есть легендарные светофоры. Да. Чем тут повсюду электричество бьет? Интересно. За вигр в местной бездне он персов как-то восстанавливается. Короче, да, я сам долго не понимал, но мне потом это в чате написал, мне, по-моему, объяснило. То, что, если я правильно понял, ты, он тратится, да, и ты, но ты можешь перепроходить старые этажи другими персами, и тогда твои первые персы восстановят энергию. Вот, те, которые у тебя были до этого, если ты их заменишь, они у тебя восстановят энергию. Вот как-то так, походу, это работает. Да, хватит тупить-то. Чё ты
привязалась к этой точке такая. О, а этого тоже надо было эпиком найти, оказывается. А не маленького. Так, я вон там видел штуку, которую я типа не закрыл. Сейчас пойду закрою. О, медведь, медведь охраняет сундук. Это пока выглядит как гемор, особенно пока у тебя мало персов. Потом будет нормально менять персов в зависимости от сложности этажа. Целых два сундука, в смысле три сундука охраняют? Что это за медведь такой? Напал, видимо, на конвой какой-то, на караван. А, как же она по лицу получает? А все потому что... Все потому что на ней приходится как, ну, как бы мейн ддшить. Волки, понял. А, да? А, в смысле? Еще враги появились. Кабанчик сюда бежит. А, медведь! Еще жив! Окей. Опиши игру, вот думаю, поиграть или нет. У меня Геншин закрыт на 100%. Ну, смотри. Чувство вот это вот. Пока я здесь, хочу собрать сундук, собрать вот это, убить тех мобов, выполнить загадку, присутствует. То есть по миру играется приятно. Какой-то эндгейм есть в плане. Такая же бездна, по сути, как в Геншине. Но надеемся, что чем дальше, тем сложнее и интереснее. Плюс виртуалочка есть. Сюжет поначалу скучный, но под конец первого акта вполне себе развивается. Вообще у меня мнение есть об игре. Я там все то же самое говорю в телеге. В целом советую поиграть любителям Геншина. Особенно, ну вот потому что это open world игруха, которую... Поиграв, ты получишь примерно те же ощущения. Примерно те же. Усложненные боссы. Да, есть эти челленджи, кстати. Так, давайте смотреть еще дальше в датабанке. Мы же датабанк качаем сейчас. Почти уже 14 уровень. Леги, правда, там не появятся, да, на этом уровне. Виф-ваф нужен мне зелененький детектить. И он тоже здесь, удивительно. Причем все мобы, которых я оставил на зеленом синем уровне, они где-то здесь находятся. Только тут без перевода. Ну, да. Только тут без перевода. Еще голем один. Нужен ли он мне, не знаю. Ой, светофор. Просто ваншотни его, пожалуйста. Хорошо, ладно. Видимо, ни одного эха с них не выпало, да?
пройдут десятилетия, но про отсутствие русского в каком-то проекте будут говорить всегда. Да? Tower of Fantasy. Без русского на релизе. А когда вышло, кому оно было надо уже, да, спустя? Кому-то надо было, кто-то по-любому играет. Но. Есть определенные но. Цветки, кстати, возможно, эпик не убитые. Там было 6000 за 31 ранг, жесть, она скейлится, да? Ну так ты и опыта с активностей же начинаешь больше получать, так всегда было. По сути. А че, этот голем не хочет подраться с мобами, нет? Он просто так стоит, смотрит на них. Че, у тебя по энергии есть? Давай подкастим щиточки. А почему я типа на того навелся? Лучше полгодика подождали и релизнулись, как все стали бы без Натвана и скайпом поиграли на русском вулу. Слушай, ну наоборот, довольно далеко до Натвана, ничего страшного. Как будто бы. О, этот чел нужен был, Havoc Warrior. Видите, не зря пошел его убить. Чуказакуна. Так, мне нужны еще вот эти мопцы, да? Ду-ду-ду-дум. Так, кабанчики у меня на самом деле убиты, но... Я уже говорил, здесь просто вот ходите, просто фармить мобов, кайф. Точнее, стример чатику. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Так, вот эту птицу я летал, скорее всего. Что-то знакомое. Эй, если кто-нибудь, Exile ищет помощи. Оно меня убивает. Ну, это не смешно, но... Оп, вифлов эпический. Хорошо. А чё, где, кого он, где чел помощи ищет? Так, если кто-нибудь... Да где? 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 Я же не знаю. Что это? А, вот какой-то чел. Help Seeking Exile. С тобой все в порядке? Спасибо. Слава богу, кто-то появился. Что случилось? Мне больно. Я споткнулся, пока искал какое-то сокровище у реки. У тебя есть First Aid? Дайте ему First Aid. Небольшой токен благодарности у реки, где бабочки летают. Я надеюсь, ты это найдешь. Пойдем. У реки, где бабочки летают. Ну, я видел вот только вот там вот, может быть, бабочки летают.
Так, это что здесь надо копать? А, вот бабочки летают, кстати, внезапно. Копать сундук. Спасибо. Окей, кайф. Я правда думал про вот этих бабочек. Достижение 15-го левел банки, становишься бомжом? В каком смысле? То, что у тебя нет пока ни одной леги, или что ты имеешь в виду? Или в том плане, что приходится теперь ходить их и фармить? А, потому что леги, или потому что леги надо прокачать за какие-нибудь деньги. Рыба! Хорошо. Прикольно, что из воды можно выпрыгнуть крюком. О, ребята, не забывайте проходить по ссылочке индивида. Буду вам супер благодарен. Индивид очень-очень классный. Так, ну что, трафик, автопаппет, флейтист. Ну, как я и думал, Роуз Шрум, пара боссов, детектив. Что, дай пойдем. 3 часа убиваю боссов в надежде выбить эхо. Ты вообще никакой не выбил за 3 часа? Потому что они должны падать. Как бы. Странно. Это, конечно, тебе что-то совсем не везет, походу. Одно говно. А, ну в плане они падают просто. Не падают хорошие. Но опять же. Артефакты в Геншине можно... Люди фармят годами, чтобы выбить себе хорошие. А здесь ты всего лишь 3 часа потратил. Не думаешь над этим? Годами, конечно, по 20 минут в день, но... Но годами. И это не шутка. И в Геншине, и в Ханкае. Так-то. Ой, как больно. Обезьян накачивает ей? Нет, не накачивает. Так, тут какой-то сайт-квестик. Может быть, сделаем? Надеюсь, он недолгий. Этян. Ксяджон. Странно, откуда он выбежал? Чё, ты что-то ищешь? Я ищу свою кошку Лулу. Она... Так, где же мои манеры? Я владелец какого-то заведения. Are you here? Ты хочешь покушать? Но пока мы не открыты. Я, кажется, видела Лулу недавно. Я принесу ее тебе. Спасибо большое. Я правда видела Лулу? Не помню. На дереве. Стоп, это то самое дерево с обезьян? Нет, это какое-то другое дерево. Привет, имеет ли смысл копить густую смолу и юзать, когда нужно? Ведь тут парты с мобов падают, или я что-то не догоняю? В целом имеет, но... В смысле? Куда делся? Эй, я точно видел моба, который примагемы дает. Сбежал от меня. Все умеет на 30-м или на 40-м, наверное, ранге поюзать. Ну, ты просто получишь больше ресурсов за то, что потратишь ее на более высоком ранге. Я вот парочку юзал, опять же, зависит от того, насколько ты сильно хочешь... Блин, перепрыгнул через кошку. Опять же, все зависит от того, насколько быстро ты хочешь прокачаться. Потому что все-таки трата энергии — это плюс прокачка, верно? Так, все же ниже показываем, да? Но я сейчас вначале... Вот это вот побью, да? И где? Чиказукуна.
Хему. Я просто уже 31-й, и ничего, кроме вот маппинга и прокачки персов нет. Не, ну квесты-то ты не мог прям все сделать, не? Ну можешь потратить, да. Здорово, Дэмиан. Я так скажу. Надо посмотреть, как сбрасывается бездна, она наверняка сбрасывается через дней 30, да? А хотя нет, подождите, наверняка сбрасывается день через неделю, если как в Геншине они раз в 2 недели делают, да? Надо посмотреть, и перед этим, 13 дней, да? Ну вот, короче, надо перед этим усилиться по максимуму и пройти как можно больше этажей. То есть ты за прохождение бездны, скорее всего, получишь больше ресурсов, чем за этот... чем за энергию на возвышение, которую ты потратишь. Вот. Поэтому усиливаться надо по максимуму, вот для бездны, как минимум. Ага. И в втором квесте уже все пройден. Ну вот, увы. Первое число кручки за кэшбэк-то обновляются. Ну, непонятно. Там же написано, что что-то 30 дней или 40, так что еще пока не первого. Так, что-то у меня в батлпассе качнулось собрать эхо. Я же правильно понимаю, что здесь нужна чича. Нужна чича. А, да? Че, он же комплект? Это было быстро. Ой, блин. О, сундук. Здрасте. Чё-то чего там, парирует что ли? А, да, он умер. Ладно. Кольца какие-то с них полутал. Бегусь. Не пропустили первую июня, я уже с первой любовь. Ну, мне тоже так кажется. Потому что было же написано 40 дней. Я бы, конечно, хотел стандартных крутчиков. Вообще, стандартные сейчас нравятся больше, чем ивентовые, просто потому что... просто потому что не кручу этот баннер. Че, здесь эпик огненный уже полутан? Эпик огненный уже полутан, так в теории можно их и не убивать особо. С другой стороны, мне нужны огненные мобы, чтобы надеть их на эту... Чикозукуну. Просто потому что в ивентовом нет персонажей. Интересных персонажей, да. Именно. Так, сундук надо зачистить. Потом идем вот те вот цветочки убивать. Давай, бей меня, я не хочет. Так, надо посмотреть, есть ли у меня ледяной слайм в датабанке. Эпический, да. Гласио призма эпическая. Хорошо, тогда можно ее не бить, в принципе. Тут аж 3 моба стоит. Разных.
Единственное, эта атака очень громкая, но крутая. Так, давай мне эпик. Кажется, увы, синька прилетела. Увы. Паук, это вроде не тот, которого убивать надо. Где еще цветок предлагают? Ого, я там вообще не был. Пойдем заодно квест синенький по дороге сделаем. Синий квест вроде по ощущениям довольно быстрый, да? Так, сейчас хочу глазки закапать. Как Татьяна с щитом нормально играет, стоит ее качать? Да, конечно. Ну, блин, вообще стоит всех персов качать. Если они у тебя есть. Тем более легендарных. Они в любом случае пригодятся в разных видах контента в таком жанре игр. Сколько уже накопил? 26,9 тысяч. Ну, кстати, не супер прям много, если так-то смотреть. Че, квест с песиком? Нет, квест с бейжу каким-то. Какой приятный сюрприз. Я бегу или бежу. Главный в этом лагере. Логистик сейчас доставляют нам припасы, но в этот раз они, видимо, где-то застряли и, пожалуйста, или что-то там пропустили. Какую-то вкусную еду. Блин, я из-за тебя есть хочу. Прости, прости. Надеюсь, ты оставишь наш разговор между нами. Как токен моей благодарности, я угощу тебя. Хорошо. Новый квест. Ящеры. Как мы знаем, древние русы не против ящерок. И вот the look into the entry and exit records, ха. Начал этот пост этим утром. Investigate, left. Ничего не понял. Как переключаться между тремя персами, получая все их бафы? Обычно просто между двумя-тремя переключениями. Между двумя переключениями делаю, третий как-то не лезет. Да, ну, а билки ты все равно хочешь сжать. Там же всякие покемоны, которых ты вытаскиваешь, они довольно много урона пишут. Щит и хил от чего качается? Вроде все от атаки на данный момент у всех персов, как будто бы. Не, у Верины, по-моему, хил от хп. Нет, тоже от атаки. Поищи зацепки. Кто съел все, признавайтесь. Вы все сожрали. Следы. Ико. Какая-то коробка, как с тех пор, как ее открыли. Произошло какое-то, чувствуется масло какое, чем больше вдыхаешь, тем голоднее ты становишься. Ну вы. Вопрос, кто сожрал всю еду? Ты ничего не видел. Ико. А, ну все. Искать галерея персонажей, чтобы их посмотреть в игре. Не видел вроде бы. Так, и кто, ты думаешь, украл суплая? Ой, нет, ну пускай будет Вухенг. Видимо, мы одинаково с тобой думаем. Давай поговорим с ним. Так, здесь что? А, это я уже выполнил, видимо. Тут сундук лежит. Вухенг, ты забрал суплая, припасы.
Хотим знать твои причины. Капитан, я просто пытался исправить свою ошибку. Я не заметил неправильных, погрузил, и я продамажил коробку. Я хотел вернуться в Джинджо и поменять их, перед тем, как вы меня поймаете. Можешь, пожалуйста, забрать за меня холодильник? Сейчас сундук вот этот зачищу. Так, кажется, он закрылся. Их в правильном порядке, но... А, нет, все нормально. Кажется, у него коробка в воду упала. Control panel. Че, мини-игра будет, нет? Какая-то. А, просто воду слил. Сейчас сколько время уже? 3 часа. Насчет Вухенга, покинул свой родной дом в раннем возрасте, не как солдат. Че, она покинула пост. И эти... Эта еда испортилась, когда я вернусь в Джинджо. Давай встретимся в Панхуа ресторане. Ну, как скажешь. Так, он там ящерок видел как раз таки. Что мешает инди-компании Хайвер сделать такие же анимации в падении персонажей, как у Жуя? Вряд ли деньги. Анимации в том плане, что когда персонаж выпадает, у него проигрывает какая-то анимка. Ну, они просто решили, что им такое не надо, и все. Они недавно добавили звуки, типа персонаж с тобой разговаривает, когда выпадает. Что, ничего им не мешает? Просто не хочется. Не всем такое хоть надо. Ну, анимки, да, прикольно. Помните, мы играли в игруху, да? Партнерский у нас был стримчик, где вообще анимации чуть ли там не на 40 секунд были, показывали персонажа. Нифига, мне дали подписку. Да, подарили. Поздравляю. Наслаждайся смайликами. Ей понравится. Цветочки. И цветочки, говорите. Интересно, у ледяных врагов к огню уязвимость какая-нибудь есть? Ну как будто дохера урона, 1900, но тут, правда, видимо, крит был. Но все же. Вообще, есть ли какая-то шкала, интересно, уязвимости, и знаете, кто к чему? Уварень. Звучит как оскорбление, жесть. Жестоты, да у нее совсем их нету. Типа 400 атаки сравнить здесь, типа 800 атаки. Никаких критов, ничего. Кстати, даже с такими статами она дамажит кое-как. Как будто бы. Так, вот этот мы уже проходили данж. Типа, почему-то был of Flat Horizon. Почему-то дают за это ресурс. Сейчас криты не соберешь, проще фул атаку пушить, факт. Было не сложно. Как же этот попугай топает. Ух. Шанс
Скажи, пожалуйста, разобрался, как хилит Верин, не помню, что мне надо делать. Зажатую атаку жать. Ну и ульта еще вроде хилит. А так самая база — это нажать зажатую атаку, когда накопится полоска специально. О! У меня этого камушка не было, не зря убил. Эпического, по крайней мере, да? Как же волк тут с кабанчиками дерется. Кстати, они его нормально так дамажат. Вообще по 2000 кританул, и никаких уязвимостей у него, наверное, не было. Кум принцип работает эхо Инферно Райдер. Ну, ты можешь нажать одну атаку, можешь две, можешь три. Если вопрос в этом. Советую всегда жать три, потому что эхо наносит урона почти как любая ульта. Га здесь реально полезно, или Тиан ради эстетики играет? Полезно, пятизвездка. Пять созвездий. Хилять умеет, кстати, на созвездиях. Что за фантом покемончики? Да, это здесь местные покемоны, которые одновременно являются еще твоими артефактами. Такой вот механ. Пропустил двухлетний ресап? В смысле? Я слышал... Где? Когда? У кого? Только не было алерта. А чё? Ну, просто алерт не нажал вроде, нет? Ну, спасибо, драйв, за продление, да. Алерт не было, хз, почему? Сам не нажал, да? У меня даже в чате его не было, да, и этого не слышал. Не знаю. Ну, в любом случае, спасибо, 2 года получается, что есть. Так, куда мы бежим? А, мы бежим вон туда, да? Мы там вообще не были. Динозавр. Ну, саб-алерты я не отключал. Саб-алерты на стримапсе, и их я не выключал. Выключен только фолловеры. Стримлаб ступит, наверное, как обычно. Бывает. У меня просто кнопки нет. Ну, появится через какое-то время. Куда ты, блин, стреляешь? Нет какой-нибудь? Вот что это, хакнуть можно робота? Не, можно. И что, он будет за меня сражаться? Не думаю, это какой-нибудь квест. Скорее. Не-не-не, я фолловер выключил. Этот алерт я не врубал. Как же он медведь их, короче, бьет, а эти в вейт-зону уходят и такие не хотят с ним драться. Вы вместе с Фолос... Да не должно, вот. Все же были с вами. Ну, не знаю, может быть.
Сундучок, туруруру. Сундучок, кто там ледяной дерется. Пока есть контент весело, но что делать через 2-3 недели, когда все зачистишь и пройдешь? Наверное, так же ждать патчи, ребят. Ну, я не знаю, что-нибудь. Так, а тут что-то, вон, смотрите, выпало. Кредиты и Тайра Бродблейд. Видимо, трехзвездный, нет? Вряд ли это четырехзвездку я налутал. Скорее всего, то же самое, что и в других гачах, ждать контент, не знаю. Какой легкий робот. Вуви даже нету поздравления с ДР. Ну это, конечно, мистейк разрабов. Что делает? О! Ей! Почти-то поза. Пацана. Не хватает смайла с флекс черепаха, мы разве его не добавили? Уже вроде его добавили. The power connected, the power line seems to be leading to the abandoned lighthouse. Ну и... Refining ship registration, extracting последнюю информацию, voice recording. Это капитан Мок. Мы готовимся приземлиться. Мы, это типа я и 5 других членов команды. Не совсем члены команды, если честно. Просто несколько челов, которые ищут спрятаться, попытку спрятаться от монстров. Матео скоро будет студентом. You're supposed to meet by the lighthouse. Не смогли пробиться через него, заставить его остаться на корабле. Coordinates appear on the screen. Они где-то здесь. Ищи сокровищ. Получается. А вон они. Видимо. Nice. Noise. Бля, опять не вывел. Все еще эпик нужен с этого цветка. Окей, я понял, все надо привести бабочек, видимо. Перекрафт юзал пока нет. Ну, нет особой прям необходимости. Поэтому пока не трогал. А, типа, слушайте, а с него неизвестное эхо падает. Блин, а ведь да, ведь может быть стоит, да, всю зелень и синьку перекрафтить. Стример понимает, какие эхо еще надо выбить. Ты открываешь датабанк, вкладываешься вот сюда и смотришь, короче, вот это вот. И вот, знаешь, что тебе надо синие в эпике перевести. После 15-го лучше там леги дропаться будут. Ага, ага.
Хорошо, спасибо. Так, подождите, то есть вы хотите сказать, что из зелени я смогу получить эпик, перекрафтив 5 зеленых? Жесть какая. Ну ладно, тогда да, лучше ждать, а все остальное самому закрыть. Жесть, хп нету, кстати. Ну, кстати, тут так-то выбор. А что лучше? Лутать леги из датабанка? Мне, кстати, чуть-чуть осталось. А, до 14-го чуть-чуть. Перекрафтом? Или поиском? Ну, вообще, каковы шансы, что я сейчас нужные себе эпики найду? Наверное, довольно маленькие. Мне кажется, лучше реально леги из зеленых сделать. Да, лучше, наверное, так. Так что сам пособираю. Перекрафт очень быстро левел поднимает. Это когда у тебя мало этих скрафченных. Вернее, найденных. А у меня-то найденных уже довольно много. Ух, Юрасия, ты еще кто? Пома бы я еще не видел. Я где? Обнишь 15-й, будет много не найденных. Да, я согласен. Так что в целом перекрафт на 15-м звучит полезнее всего. Всего лишь 30% шанс. Не, зато ты быстрее накачаешь и начнешь их находить. Вы это учитываете. Это же важный такой момент. Знаешь, да? Чем быстрее ты прокачаешь датабанк, тем быстрее ты начнешь их просто находить. А это еще полезнее. Приветствую, в ДБД уже не играешь. В ДБД не играю. Блин, это какой-то красный. А вдруг он сильный? Я его зря сагрил. А я его не сагрил. В ДБД не играю с 2018 года. Привет и из прошлого, как говорится. Наверное, принял решение. Очень грустно для себя. После проигрыша на GE не оставлю теперь гарант. На инлине выбью его для кольча. Фу. Так, где-то здесь должны быть вторые бабочки. Это все. Левел красный? Ну я сейчас приду к нему в любом случае. Не в ту сторону. Из какой эры этот вопрос? Да. Из эпохи Сёва. Я не знаю, какая это эпоха. Возможно, это нынешняя. Только что смотрел нарезку, весело было. На
резко, жесть. Ну, это нечто очень старое. Ютуб, конечно, есть, но... Так, чё, и где? Не вижу. Бабочки, бабочки, бабочки. Руды дофига, кста. Можно ли спрашивать, какие типа ручки будущие вентянки? Кто подскажет? Да, кстати, я тоже без понятия, на самом деле. Можно, она же... Про нее уже все знают, даже не сливы, наверное. Она же наверняка на бейте, да, была? Каталик. Слишком много каталиков, тянок в этой игре. Нужно поменьше. Где столько каталистов-то взять? Какой ранг? 32-й. Нет, 30-й. Лол. Все еще даже с 30-го не перешел. Но 30-й прям сегодня красиво апнул. Так, где же последние бабочки? Камни мне нахер эти не нужны. Руда нахер не нужна. Нужны бабочки. Может быть, бабочки заспаунятся только после того, как я зачищу вот здесь? Или они где-нибудь наверху? Не, наверху я уже бегал. Может, спрятались вот здесь? А, вот они. Да, двуруков в игре на данный момент как-то маловато, согласен. Одни каталики и одноруки еще, одноруки, наверное. Одноруков еще много. Одного типа пухи хватит. Его в бемне можно передавать. А я, кстати, так и подумал на самом деле. Что, скорее всего, можно просто в разных пачках юзать персов. Это вообще в целом кайфово. По одному типу легендарки ивентовой полутать по пушке. Имба будет. За стрим не слышишь, чтобы ты говорил, что-то пропало полоску у шрама. Что скажешь? Типа полоска ХП или что? Не знаю, может быть, там какой-то должен был ивент прокнуть. Не слышал о таких багах. А, ширинка, боже мой. Это полоска, да. Чё-то я слышал об этом, да. Чё-то слышал. В целом, я ее даже не заметил. Уж не знаю, как вы это сделали. Переодел штаны, да. Получается. О. Загадку решу. Бубсы Таоки заметил. Бубсы Таоки заметил. Надеюсь, их не меняли. Бубсы Таоки сложно не заметить. Но вначале Эссу заметил, потому что в колготочках. Бубсы вторичные. После Эссы. Блин, какая-то интересная элитка. Я такой почти не видел. О, кстати, мне ледяной паук нужен вроде бы. Чё она в него решила прыгнуть? Интересно. Потому что этот ванвис ушел. А, вот этот красный, да? Чё говорить, простой, низкоуровневый? Не верю. Ладно, верю. Эпик, видимо, с него выводы тут, да?
сложно. Call 3. А, атак. Автопаппет скаут. Enchanted Drop Rate, который мне не нужен. Мне нужен следующий уровень, да? Важнее всего 15-й. 200 опыта дата-банка. Блин, не очень просто, конечно, найти. Блин, так а где вкладка монстров, которые я не нашел? 141? Подождите, из 208... А, не, подожди. Или таких вообще реально не осталось? Я типа видел всех монстров в игре. Открой карту, покажи, где он. Вот здесь. Справа от... Ну, или слева от башни Adversity, чуть выше. Это звезды. Понятно, что звезды. Показаны цвета, которых ты нашел. Всех видел, осталось только всех четырех звездок найти. Понял. Ну или легов, да. Да я понял, что мне эпики надо, да, из... Вместо синих найти. Просто жаль, что у меня не осталось непрокачанных. Так, я же вообще-то бабочку вел, а потом отвлекся и... И все, и потерял ее. Возможно, она даже вернулась на старт. Да, нет, не знаю. Ну, вон она, по-моему, летает. Ну, или пару лег пройтись, да. Там, где две звезды, а у меня... А, ну, две звезды, это и есть синий. Сколько в сюжетке задания примерно? Сюжет где-то на 6 часов, мне кажется. 5-6, в зависимости от твоей скорости чтения и... Проскипывание. Но есть таймгейты, то есть левел-гейты, вернее. Ты не можешь сразу весь сюжет пройти. Тебе там иногда надо будет где-то опыт подфармить еще. Фига себе, вон. Мерджим мобов с датабанк 17.5 до 19.5 качнул. Фига себе. Ну я, видимо, да, буду мерджить на 15-м. Сразу. Потому что сразу будет куча несобранных лег, и за каждого, кого я найду, ну, как бы получу это. Еще опыт. Я так-то зелени синих много собирал, правильно? Мне с самого начала эта механика понравилась. Да блин, гребаный цветок. Как же он не падает-то? Два элитные версии мобов на карте. Из которых можно без датабанка получить лего. Ну не все. Там говорят, птицы есть вот эти. Но они 120 уровня, они жесткие. Медведь 120-го, не знаю. Медведя я могу, наверное, за энкор, за как-то за это, рейнджовыми атаками затыкать. Медленно, наверное. А тут большой не заспавнился, а маленькие мне, по-моему, не нужны. Или нужны маленькие тоже, я хз. Это же не один и тот же моб. Ну класс. Так, а здесь этот механ какой-то, надо сюда этих бабочек принести, да? Где фармить улучшали для эхо? Насколько я понимаю, они фармятся в разломах или что-то такое, да? Вот, вот здесь. Шанс получить, видишь, тюнеры. Вот они. То есть это за энергию. Подожди, это тюнеры. А сам опыт, ну, наверное, тоже там же, не? Ниже была колбочка, ну... Чё? Кого? Что? Чё за дабл-дэш прошёл?
Ага, вот он где, я понял. Защищенный. Даже в смысле? Ну, с него эхо не выпало, понятно. Ну хорошо, что есть инфа, где эти монстры, так же как и в Геншине, просто по этой фармим. А, опыт этих там, да? В городе. А чё за штука подо мной? А, это башня с Challenge битва. Я только не понял, она типа, я ее уже включил. Шелман, приветствуем. Слинеха, да там же во вкладочке датабанка ее можно найти. Примерно там же и находится. Уже за легами выдвинулись, но потихоньку подфармливаем, да, стараемся. Ночью 6 утра где-нибудь. Эй, две подарочные, спасибо. Китайский или японский, не знаю. Спасибо большое. Базиба. Павук. Надо проверить, что этот павук нужен мне под эту банку или нет. А, тут не показывает. Цветок, который я все еще пытаюсь. Вот эти все флейтисты, Traffic Bell. Блин, а павук, походу, и не нужен. Электрическая призма. Ну, ой, не электрическая, а хавок призма нужна еще. Даже к нему привет. Спасибо, китайский ник. У меня не отображается просто сразу, да. Теперь вижу. Аташ Сороник. Спасибо. На 30-м ранге не надо проходить никакую миссию на повышение уровня мира. Нет, надо на 20-м, 40-м и каком-то там еще, наверное. Каждые 20, короче. Загадочки. Канзи не осилил. Ух, как же я не справился, да, с Канзи. Вообще японцам пора на латиницу переходить. Они же отлично все пишутся латиницей. Жесть, прям туда. Чем эти Канзи, да? Ико.
Балдежный челлендж. Вот такие вот сундуки, конечно, иногда прям незаметно, если честно. Камнями. О, снип-снипы мне, по-моему, нужны или нет. Вот кубик на телепортационной башне. В городе? Даже он не хочет таргет сменять, да? Снип-снип? Ну. Виф-ваф. Почему ты не используешь трекер сундуков? Не знаю, потому что мне самому пока прикольно искать. Вот когда будут проблемы с поиском сундуков, тогда можно трекер подрубить. Скажешь по игре, как тебе все нравится? Скажу, что мне все нравится. Так, вообще мне левее надо, но здесь он можно что-то поджечь. Я не знаю, где брать. Жаль, что вот в боевых вот этих башнях не падают эхо. Ну тогда бы их приходило, можно было бы фармить, да, бесконечно. Люди бы специально отходили, дропали бы. Не представляю, почему. Они же разовые. Нужно убить 7 мобов, дропнуть. И так фармить нужны эхо. Для тех, кто закрыл уже, это было бы уже нечестно. Челлендж комплит. Изи. Так, вон ТП-шка встал. Может, я пока не открывать? Блин, я что-то убежал от этого цветка. Голдмайнер. Я прошел сюжет в этой записи или в прошлой? Вчера мы добили сюжетец. Чуть далековато, да? Может, вот от северного полететь? Северной ТП-шки. Блин, там вон кубик. Кубики это тоже полезно, но, наверное, потом. Пойдем датабанк вначале закрывать. Слишком надо. Интересно, вот что-то из этих мобов мне надо, я их как бы всех-то не запомню. Пада. Что я хотел сделать? А я и тут выбил на Хиду, мелкие меня преследуют. Я тоже выбил. Вернее, я забрал ее за халявный билетик. Аж классно. А выпал энкор вообще, да. Ш-п-п-п.
приятно мобов почти шотать. Ну, типа одну билку нажал, три тычки. Кайф. О, еще парочка мобцов. Понятно. Ой, мне там из мобов нужен какой-то музыкант или что-то такое. Вот. О-о-о-о-о, что, целых три цветка больших. Вау, аллея цветов нашел. Чудо опасно, если честно, даже. Один есть. Ну, щиты! Еле выжил. Шестидесятый светофор с Легой близко. Давай, да, подскажи, подскажи, не против вообще. Обычно я против подсказочек, но это звучит неплохо. Сейчас все-таки долго закрывать всю эту тему. Рус, шрум, эпический, ура! Куда бежать? Давай карту открою. Севернее, южнее. Че, куда, кого? Заждешь ждать тебя еще одну гач. Я обязательно поиграю, так как это творение хайверсов, но без особого энтузиазма на самом деле. Потому что, ну, я играл в эту... Если подняться на самое высокое здание в огненной локе, там лежит эпик двурук. Мне нахер не сдался эпик двурук, когда-нибудь сам найду. Рядом мост, разрушенный полукругом. Вот этот вот? Или вот этот вот? Справа, слева? Тут два моста, разрушенных полукругом. Первый, то есть левый, да? У телепорта? А, ну пойдем на телепорт. Чказакуна. Так, только мне бы, знаете, что еще? ХП бы восстановить, да, быстренько у большой ТПшки. Там их 3-60 левела. Меня вчера только так вынесли. Но я сегодня убил одного моба 60 левела. Не светофор, конечно, но... Там что-то простой моб был каменный. Да, да. Может, их по одному можно выцеплять. Иллюминатор Театр. Не, кажется, они все втроем считаются врагом. Я понял. А что Тэшка делает? Тут что-то светится и... Короче, не, заспамлю их сейчас нормально. Дамаг-то жесть. Типа 60-е мобы для меня не так уж и страшны, как будто бы. Сказал я и чуть не потерял главного дэмэдж дилера. Пойдет. А, safety first. Плюс легендарный светофор. Кайф, спасибо. Давайте посмотрим, что у него в статах. Электрический. Ну, залочить есть смысл. Правда, хп процент вряд ли будет нужен. Саппорт даже, да? Ну, не знаю. Увы. Пора бы уже, блин, какие-нибудь эпики хотя бы сюда запихать, да? Так, давай-ка фильтр
Celestial Light. Типа... Чё, у меня так мало эпиков? Подожди, Celestial Light это из сета, да? Да, это из сета. Ну да, чё-то как-то плоховато, если честно. Вот можно вот этого вот чела. Havoc Damage бонус, правда. Так-то не, забей. Даже синьки, наверное, какие-то полезные будут. Air Damage бонус. Так, хорошо, смотрим дальше. Датабанк 60 из 20. Да, не очень быстро. Механа босс, краунлес. Ну, короче, здесь много именно боссов. В смысле, блин, а как у меня это обезьяна? Здесь прям много этих эпиков, которых надо. Давай обезьяну попробуем. Если толпой, то агрятся сразу все, даже если на расстоянии между ними. Да чё за забор, ладно, справился же. Справился же, норм. Блин, эти обезьяны где-то снизу, да? Мужики. Синьки, думаю, лучше соединить, тем больше что-то стоящее выпадет. Так еще суперприз в виде леги полутаешь. Ну, это я потом, как только на 15-й выйду, обязательно объединю, конечно. И ведь все, вот эту одну обезьяну мне здесь предлагают убить. Ну, тут, конечно, он руды много, но, блин. Еще. Какой-то здесь исследователь тусит, говорит, я совсем не мясной. Не ешьте меня. Не выпало ни хрена с обезьянок. Так еще чело прокнул. Я никогда больше сюда не приду. Боже мой, как же это было страшно. Я тут это... У меня было только банан в виде оружия. Понятно. А, не подходи ближе. Или серчер убегает. Что же не так с бананом в виде оружия, да, против обезьян? О, нет. А, да. Все-таки упала. Да блин, ни одного эха. Ну тут еще типа показывает обезьянок, конечно. Но... А, он там дерется. Подожди, а может мне это и нужно? Видимо, мне не мелкие все-таки нужны. Или... Да нет, не знаю. Блин, куда-то элитка делась. Join the Fatui, Шакрут, спасибо за подарочную подписку для Тетриса. Если что, для этих две подарочных надо, на всякий случай. Уведомляю. Для дропсов. Иго.
Блин, ну короче, здесь вот этот большой обезьян где-то упал, да? Или... Чисто Лока с рудой. Что, как бы себя еще за одну гифтулечку? Так, этот вернулся. Вообще мне не ее показывает, поэтому хрен его знает. Так, еще враги нет или что здесь? Да блин, стой! Не к ближней цели показывает. Почему не открылось-то? Вот в чем вопрос. Вот эту обезьяну, что ли, надо еще перебить? Что-то там застряло, да? Ну, конечно же. Так, ну не смей от меня убегать этим эвейт-зоной. Чуть с обезьян прям не, очень не хотят падать. Эхо. Русские обещают завести? Нет, ничего не обещают. Так, мне вон там этот нужен камень. Камень, вернее, кубик. Вон бабочки еще. Вон кубик. Здрасте. Они с птичками общаются. Вот так. Так, ну какая-то выпала. Надеюсь, она. Ну, Ускэмп. Не уверен мне, какая обычная нужна или элитная все-таки большая. Ну, там выше или ниже, ниже показывает, ниже. Угу. Ну, давай смотреть, кто там ниже. Хотя вроде на обычных обезьян, да, пока? Ну, вон он, лагерь. Значит, обычные нужны. Ну, то, что фиолетовая редкость, понятно. Я понял уже, что все враги мне нужны именно фиолетовой. Ты зачем-то зря потратил. Что сюжет, и что-то он довольно прикольный. Да, под конец прикольным стал. Поначалу было скучновато, потом стал получше. Мне понравился финал. И предфинал не затянутый был, где вот мы с Энкорой и Альто познакомились. Вот пятая и шестая главы хороши. Ну вот, в целом, вообще норм. Кстати, вот здесь красные обезьянки ходят. Может быть, я уже... Хотя они вроде 120-го были. Эй, чё, это лагерь, что ли? Не лучше апнуть левел датабанка перед тем, как фармить нужное эхо.
Как ты апаешь левел датабанка, фармя, ну, фармя эхо, как ты еще его пофармишь? Блин, короче, это вот тоже в пещере, видимо, было, да? Классный режим, который типа рогалик. Классный. Бесспорно. Где в дверь входишь? Скажи, пожалуйста, какие обилки стоит качать в первую очередь у ровера? Да все подряд качай, на... у тебя все используется. Всему качай уровень. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Там все супер полезное. Блин, конечно, прикольное дерево, но, кажется, надо было ему в него наверх забраться. Зианы, исследователи какие-то. Ух, нихера себе, понял. Ну вот там можно было отдохнуть. Можно было не умирать. Перекрафте можно поднять датабанк. Да, а еще в перекрафте можно получить леги, как говорит чат. И мы решили, что лучше я в перекрафте сразу леги подниму с 15 на и еще выше. А пока что нафармлю своими силами. Мы сделали такой вывод. Верный он или нет, я не знаю. Мне в целом весело бегать, играть, поэтому никаких проблем. Точно здесь, да, здесь были еще обезьяны. Перекрафт во вкладке, в нижней вкладке датабанк, по-моему, был. Так, ну давай, эпик, пожалуйста. Пора бы уже. Ну ладно, опять синька. Жесть, мне с этими обезьянами, конечно, не везет вообще. Штук 20 убил. Скол левела, аква, он открывается. Кто, Лего? А, перекрафт. Перекрафт рано открывается. Да, где-то на 11, на 15. А, или что-то, да, 18 вроде говорили. Огненный, но огненный мне не нужен. Как же они не падают? Зато упал, блин, огненное эхо дурацкого этого шарика, который мне не нужен. За первый этап челленджа, где нужно боссов на время убить, тоже фиолетовое эхо дают. Может, чего-то нет, так проще прокачать. Посмотрю, может быть, чего-то и нету из этого эха, кстати. Челленджа надо будет глянуть. Так, вообще ГГшки может что-то качнуть это из эха, из эпических. Понимаю, что я на леги перехожу, но здесь вроде что-то может быть неплохое, да? Все равно в эпике надо будет влить потом этот. А, ну тут у меня говно. Дев, ясно. Типа у меня нету нормальных физушных. То есть вон восстанова мишкой. Прикольно. Energy Regen в мейнстате эпической. Energy Regen сюда. А у тебя хватит еще тройки? У тебя, походу, хватит еще тройки, чтобы чаще ультить, да? Так, мишка на Energy Regen, давай-ка. Дорого это, нет? Не знаю. Да не, эпики можно пока покачать чуть-чуть. В целом. Всем хелло, привет, Ева. Как минимум, потому что можно сделать вот так вот с ними. Блин, дев. Ну и говно. Увы. Так, это в пещере? Ну вот они тут с кем-то дерутся, вижу. Хибике.
Ну, конечно же, с него выпало, а не с тех, которые мне нужны. Может, мне этот нужен, но вроде нет. Говно. Грустный пси убили моб, пока я отходил, с него эхо упало. Да, такое возможно. Птички. Ой, типа говорю, птички. То есть у Хава Кривера, да мне лень ему обилки пока качать. Но так выглядит сильно, прикольно, да. Вот еще обезьяны, кайф. А их, кстати, не показал. А это как будто другие обезьяны. Я вообще думал, что я все типы обезьян давно уже собрал, потому что ходил по обезьяне локации, а в итоге нет. Посоветуешь выбирать стандартных лек. Лично я советую забрать всех трех тяночек. Они офигенные. Сам с ними играю, они мне очень нравятся. Казакуна. Можно ли как-то понять, с каких мобов упадет эхо? Нет, это просто 20% шанс. Не, ну оно точно упадет с красных мобов. Вот что я могу сказать. Блин, там же реально были красные обезьяны в одной локе. Я же видел, они там ходили. Может, сгонять туда уже? Камень. Вон, две белые с двумя рыжими обезьянами дерутся. Жесть. Хейтер. Ну, давай. А дерьмо опять синий. Да капец, ну и рыжая выпала. А, все, подожди-ка, не, найс, отлично, все, можно больше их не бить. Обезьян там 120, он, да, я видел, они страшные. Так, поехали дальше. Но если есть еще какие-то 60-е, 80-е уровни, которые, с которых можно леги получить, вы мне можете посоветовать, я в целом не откажусь. Птички какие-то. Вот этих вот можно поубивать. Они обычно в больших пачках как будто бы вместе, да, тусят. Есть изи голем 100 и мишка 125. Ну, голема я убивал, по-моему. Голем прям супер легкий был. Медведь, можете научить меня... Ну, короче, где он сказать, да. Смотри, челленджи. Чем он же сейчас гляну? Так, что-то вся игра зависла. Увы. Блин, ночь хочу сегодня докачать, конечно. Ну, ты будешь грузиться? О, пошло. У этих я всех убивал, и с чего он просто драться не хочется, да? Насколько пример сюжетка проходит? 5-6 часов, но без учета капов по уровню, в которые ты в любом случае встречаешь. Блин, серьезно? Один? Ладно, их два здесь. Упал сразу. Хотел сказать, вот так бы всегда, но упал, упала синька. Увы. Блин, прям рядом с ТПшкой, которая у меня не открыта. Ну, давайте добежим до нее. По дороге что прикольное найду. процентов БТВ. Да. Блин, не знаю. Не помню эту. Это, не, ну, наверное, дело это что? Не знаю. Может, не делал. Вообще, как будто что-то... Не, делал, я помню. Подожди, или нет? Тут еще далеко куда-то улетаешь потом, нет? Прямо слева... Кэмп Overwatch. Вот
То есть сейчас про это, да? Блин, ну как будто бы я это забирал, да? Чё-то не вижу сундуков. Level gold. Ну блин, спасибо. И чё? Блин, ладно, я сейчас посмотрю. Ещё этих лемуров убью. Играешь без русификатора, потому что русификатор говно и вмешивается в файлы игры. У меня отличное знание английского. Так, рыбы. Фугу. Ну, скорее всего, рыб-то уж. Ну, вот они, галпафы, черпафы. Что-то много разных этих пафов, да? Ладно, хорошо. Ико. Я, кстати, видел где-то Мишку. Он где-то в южных локах, по-моему. Да, вот еще лемурцы. Ведь рядом с рогаликом. С дверью, да? Ну, конечно. Тут выпал, эти не выпали. Че, кого проще? Мишку или... А кого мне еще надо? Почему никого не надо? Мишку, наверное, надо, да? А, найс. Самое тяжелое, как по мне, два лебедя. Я слышал, их обузят вроде. Так, в какую сторону отсюда к медведю? Север, юг, запад, восток. У меня здесь даже ТП не открыт. Может, ТПшку открыть, может, с нее видно будет. Кого специально выбивало стандартного баннера? Монахиню забрал. Кайфовая. Очень нравится. Это порт. Это, кстати, последняя башня, судя по всему. Че, куда идут? Нуп. Так и знал, что сейчас на этом набегу во что-нибудь врежусь и... стоять. Не во всех местах бег это хорошо, да? Ага. Так, ну давайте, медведь. В ущелье, вот в то, там где реки. Под плато руин. Вот здесь, наверное, где-то стоит, не? Слева. 610, 9... А, где я здесь это увижу? Блин, сейчас я за ТП-шкой опять иду. А, да? Или не иду? Иго.
слева в треугольнике. Тут еще загадок куча. Фига, бег по стенам! Да. А вон я его, походу, вижу, медведя. Я его, видимо, вижу даже. Надо ему поставить метку. Так, не знаю, сохрани. Почему черепашка светится? Как-то связано с тем, что с нее, например, упадет эхо. Да? Так, и такое бывает. Волки. Не, подожди, вон он, медведь. Давайте волков вначале зачищу. Тихо говоришь, у тебя голос как у батюшки какого-то. Ничего себе. Вопрос только, хорошо это или плохо. Ты ведь видел, что тут есть три квадрокоптера. Можно ставить куда угодно. Ну, что-то видел, но пока сам не юзал. Давайте попробуем, медведь. Двадцатый. На, можно камерой не тупить, пожалуйста, да? Ведь камера, успокойся. Сейчас замедло времени, спасу сейчас, по-моему. Не уверен, что это хорошая идея, потому что она начинает в миле бить. Но зато можно сделать так, так, так. Так, и просто уйти подальше от него. Ого, понял. Ну, пожадничал, пожадничал. Угу. Типа он две тычки делает, я в миле решил подамажить. Ну, 100 хп ровно на 100 больше, чем нужно для этой победы, верно? Два удара сделаю, не буду жадничать.
Успеет? Успела. Идет. Его, кстати, уже ковырял с утра. Да все, ну, многие уже его, да, убили. Молодцы. Возможно, это даже даст больше опыта датабанка, чем фарм этих вот мобов рандомных. Жадность. О нет, он застрял, это плохо. Давайте, ну, может и хорошо, я не знаю, но... Добьешь, чуть-чуть осталось. В помоечку. Еще красиво, как добил. Кстати, Анкор умерла. Окей. Air damage бонус, а он сам физику вписывает. Ну, слушайте. И с energy регеном прокнул. Опять. А что? А как? А типа это вот круче, чем вот этот? Не, подожди, Energy Regen Substat, ну да, блин, не, не знаю, ну и разве что как 2-2 закрываться им. Просто слышишь, Лего. Типа забить на 5 статов. Хм, интересно. Ну это очень круто. Забить на 5 усилений, увеличивает ТК следующего резонатора чисто для саппортов. Крутая штука. Ну, то есть я могу сейчас прям что сделать? А, нет, сейчас я ничего не могу сделать. Поставить его как основного, потому что он лего. Забить на обезьяну, на которую стоит 4. Дает всего лишь ТК. Сделать так, так. Не, ну по статам как будто и правда повезло. Посмотрим, что здесь будет на тюне. О, урон ульты и хэви атак дэмэдж. Если у нее хэви атак считается крутилкой, то звучит очень сильно. Да? В целом. Два ветреных, два этих, хорошо. Если бы кого-нибудь, блин, нормального поставить, да? Какой-нибудь эпик. Типа вот, АТК процент, кайф. Сьерра Гейл, а почему не закрывается? Потому что он такой же. А, нет, вообще другую найдем какую-нибудь. Вот этот, например. Ну и норм. Может 2-2 на первое время? Да-да, с такими статами, типа Energy Regen здесь... Аэро дэмэдж бонус здесь, конечно, топчик. Конечно, лучше так сейчас делать. Так, что-то тут супер высоко, да, этот? Ну, можно забрать, пока вижу. А, да. Окей. Привет, Трики Берт. Здорово. Да нет у меня этих цифр, две сервин. Почему ты думаешь... Что у меня где-то есть цифры. А чё? Их же нет в игре. Как я могу знать? Есть? Где? Custom mark. Их
Мишки надо где-то включить или что? Ой, что за мобы, не помню таких. Ну, вернее, я их точно бил, но есть ли они у меня эпики? Выйди в мир. А, в мире! Блин, жесть какая. Ну, если они по карте не показываются, то как я по миру должен их искать? Это сложно звучит. А чё, где? В этой коробке, что ли? Или нет? А, о, не в коробке. Окей. Так, ну давайте смотреть, кого еще надо убить. Из боссов получается Папуга, Краунлис, Белборн, Механоид, три каких-то моба. Давайте, давайте вот их попробуем, потому что они все вместе бегают, да? Элит-класс, это элитный моб. Помимо ивентов и халявы, откуда еще можно получать стандарт крутки? Легколичие сильно ограничено и нет повторяющихся. Всегда так, вроде как. Больше ниоткуда, вроде. Как тебе дизайн персонажа? Пойдет, не могу сказать, что прям что-то сверхъестественное. Неплохо. Нормально. Да блин, что у нас с ТПшками? Уже второй раз. Самый верх карты — песчаный лог. Хорошо, я сейчас поубиваю обычных чуваков вот этих. Блин, время уже 5 часов, да? Тут бытует мнение, что если выбить колчар, то первых ивентовых можно не ролить. Имеет место быть или помочь. Говорят, колчар сильный, да? Плюс он тоже клейморщик, типа. Это, наверное, важно в данной ситуации. То, что пешки зависают. Ну, это что-то пролагивает этот на стороне серваков, видимо. До этого-то не было таких проблем. Выпал только шарик, да? Увы. Сейчас сама игра пролагивает. Утром была норма, сейчас фрезы. Увы. Как я уже сказал. Так, эти шарики мне не нужны, да? В принципе, на них можно, наверное, забить, подзабить, хз. С другой стороны, если они здесь и убиваются, чтобы не поубивать. Красиво. Чё-то всё не туда летит абсолютно. Опа, давай сразу эпик. А, хорошо-то как хорошо. О, Мишка дерется. Жесть, он долго дерется, кстати. Гораздо удобнее обезьяны, как будто бы. Даже в данной ситуации, как обилка. Так, давайте еще какую-нибудь элитку из мобов. Лучник или... ну, флейтист какой-то. Флоутист. Он прям здесь. Это он? Видимо, да. На пике, где трехголовая птица, голем. Да вот голема я сегодня вроде как раз и зачистил, ребят. Голем вроде уже не нужен.
где-то снизу. Ух, ёпт. Понял. Там вообще много этих врагов ходит. Где-то на севере, вы говорите, да? Можно что-то побить кого-то. О, сундук. Я запомнил, в песчаных локах. Да блин, так она их перепрыгивает, я всего лишь хочу денеги собрать. Лучник, что ли? Кстати, лучник какой-то тоже нужен. Вроде фиолетовый был нужен. У тебя Инферно Райдер на Инкоре, просто нет подходящего, просто Райдер дает урон, бонус к фьюжен урону, а у тебя девочка Хавок. Это твой Райдер дает бонус к фьюжен урону. Подожди, во-первых, девочка фьюжен, а не Хавок. Во-вторых, Райдер дает фьюжен урон. Кажется, да. А, сори, да ничего. Тут эти типы урона сложновато звучить, я в целом согласен. Эх, кажется, не флейтист, да? Не флейтист. Увы. Это не фиолетовый лучник. Это фиолетовый лучник, по-моему, он мне нужен. Да, только вот умер он и нихера не дал, да? Короче, мне нравится отправлять медведя. Что-то там дерется сам. За монашку гораздо круче, чем обезьяна пока что, имхо. Да, 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 две выпало, конечно. Варьеров, которые не нужны нахрен. Пара-па-па. Так, фиолетовый лучник, вот его вроде еще надо убить, да? Не знаю, надо ли зеленого, по-моему, с ним только что-то попало. Как же дамажит просто. Опять не выпал. Так, вот по-моему еще, кстати, ледяной... Ну, короче, все вместе убьем. Здесь. Мне надо было только ультануть в пачку мобов, а не... Этого. Ну не, видимо, этот мне был не нужен, к сожалению. А вот мечники сыпятся только так. Просто мечники, челы с косами. Класс. Класс, класс. Здесь мне не надо. Черем. Мне враги интересно, внутри или наверху? Так, здрасте. Я буду сохранять, может быть, из этого поделаю потом видосы. Кира-кира-с.
Блин, такой человек-паук вообще прям. Кто там ждет этот Project Mugen, да, чтобы по домам бегать, прыгать? Да ну нафиг, вон, и так по домам бегаем, прыгаем. Ой, и лучник, и этот чел. Все, что надо. О! Легендарный Whispering Core. Че это он вдруг выпал? Интересно. Так, а че я с коробку-то не забрал? Ниже? А. Видимо, вот здесь. Так. Блин, тут у меня ТПшки нет. Плохо. Так, где там кто-то писал что-то на севере в пустынях? Довесируем. Песчаная лока сверху есть неповоротливый голем. Нет, подожди-ка, это голема-то я уже убил как раз. Да? Он же мне и не нужен. Получается, у меня, наверное, из красных мобов только птицы остались, не? Голем где-то вот здесь вот на самом краю был. А, не, к везде по тянкам. Снизу три обезьяны красные? Или что? Какие? Ну вот, по-моему, вот да, вот здесь вот где-то я видел. Ну они же 20-го, я не уверен. 120-го, я не уверен, что я с ними справлюсь. Крабов, вот крабов, наверное, не бил. Цветочек 90-го не бил, нет. Не, красные мобы вроде как ресетятся и убиваются несколько раз, но... Светофор у меня уже убитый. Обезьян на изи убиваются. Ну их трое, ну я могу попробовать. Гача на что похоже, Геншин или Tower of Fantasy? Больше Геншин, чем Тоф. Тут они вроде бегали, я их меточку себе поставил. Волки позорные. Блин, не в ту сторону побежал ты. Раз не рисуется, а я дважды видел моба красного, не рисуется, рисуется еще как. Дважды видел этого, который возле реки ходил. ЗЗ ждешь, ЗЗ не очень жду, честно говоря. Ну, поиграю, но не... Но... Ну, такое. Тип, два типа 80 в огненной локе. Надо подниматься под дороги, в одном моменте там спрыгивать вниз на разломанную дорогу. Вот красные обезьяны. Ну, конечно. Блин, ну 120-х еще и трех, ну очень долго бить. Ну и чуть не ваншотнули. Ну не, я не хочу с ними драться, честно говоря. С них не падает эхо, в смысле. А, разбойники, не, ну разбойники мне нафиг не нужны, да. Цветок, говорите, есть? Блин, а че же раньше-то про цветок не сказали? Цветок было бы здорово. Кстати, вот еще difficulty посмотреть. Вот, вот тут вот в этом челлендже. В этих же челленджах, да, гарантированно падает эхо. Про обезьян бери дальника и бей их контрада. Да не хочу. Они для них долго бить. Их трое, и они легендарные. Класс. А здесь какая битва начинается? Персы раненые или? Да что же у меня со стаминой-то? Я как будто все еще в бою. Тем, который сегодня выдали за вход. Отличный саб-ДД для инкор. А на обычке на 33% апрет, окей. Тебя отхилят, окей. Так, это получается... А этого моба-то я убивал. Он у меня есть в датабанке эпический. Я его сегодня бил. Вот он, Темпест. Крузвингов бить легко. Они обычно большими пачками спавнятся. Да, 10% опять.
еженедельки сделал. Не уверен, не знаю, не все. На Краунлеса вроде как есть челлендж и на Журавля. Надо, видимо, по карте полистать, поискать их. Бля, как эти накрутчики в Wuthering Waves достали? Каждый день хотя бы один стримит с накруткой. Вот просто невозможно. Вчера какой-то чел рандомный сидел, я первый раз видел. Не знал даже его существования. Сегодня наш бывший коллега по Геншину, до тех пор, пока мы его не выгнали из-за того, что он накрутчик. У нас, правда, Геншинова конфа уже вообще люди друг с другом не общаются. Никто не играет в Геншин. Раньше весело было, в Москве собирались, тусили, бухали, кайф. Че я говорил, они вместе часто, да, птички? Не, ну одна выпала. Не, ну это было быстро. Это было быстро. Кайф. На Краунлиса и на птицу, говорите, есть челленджи, да? Так, как эти челленджи выглядят? Это, во, птица, отлично, то, что нужно. Супер. Давайте зайду, убью. Ссылку на YouTube в чат скинуть на элитки красные. Да не надо, я... Да, ну ладно, ну может быть кому-то поможет. Может, кому-то надо. Да, я выдал тебе пермит, я сам смотреть не буду. Мне уже чуть-чуть осталось. Уже нашли глич по фарму эхо. Можно просто фармить босса Дримлес на минимальной сложности. Он часто дропает фиолетовое эхо, моментально респаунится, и первая сложность защищается примерно за полминуты. Ну, значит, пофиксит. Полминуты, понял. И потом, типа, 5 эпиков превращать в Лего, что ли? Или как это делать? Типа вот эти вот. В Натлан хоть зайдешь попробовать? В Натлан зайду, но без особого энтузиазма. Опять же, как из Zenless Zone Zero. Потому что, ну извините. Ну что это за локация войны такая? Я негодую. Мне не понравилось. Покемоны, блин, детские какие-то. Я ничего не имею против покемонов и этих механик, но... Ну камон. Голову закопала. Больная атака. Будешь делать видео по спору эхо? Да нет, не знаю. Нет, наверное. А чё, точно эпик дают, да? Да, вон дали. Эпическую попугу. Хорошо. Что еще есть из таких битв элитных? Ну, видимо, я либо других не нашел, либо... А, ну вот есть. А, ну этого я уже точно эпик собирал. Можно пойти вот этого моба убить разочек. Больше всего взбесило, что на Тванре презентовали нам как страну войны, а показали Диснейленд. Да. Но люди говорят, что никто вам не обещал войну и лаву, и боль, и вот это вот все. Это вы сами себе напридумывали. Нажми F2, посмотри список боссов челленджей. F2 это другая кнопка. У меня F2 это смена пачки. Ну, лаву показали, да. Лава была. Ай, блин, он очень долго этот включается. Война покемонов, да, возможно. Может быть, даже она. Вот
Хилим чуть-чуть, что ли, почитаем, посидим. Он, кстати, тоже что-то кастил. Обычных тогда мобов все-таки побить, да, под эту банку, чем боссов, ну, кроме тех, которые есть, да. Типа, если вы говорите, что краунлиса нет, ну, какие-то скорпионы какие-то есть, снип-снапы часто большими пачками ходят, ну, даже рядышком есть. Будут ли добавлять контент, как в Геншине, дальше, если смысл играть, ну, конечно, буду. Если игроки будут, если люди будут донатить, если разработчики будут зарабатывать, ну, конечно же, будут. Че, ну, как же еще? Это же игра-сервис, которая сделана для заработка денег, в том числе разрабом. Ну, как же еще? Что за покемоны, типа арты местные, которых мы собираем? Да, это они же здесь и артефакты тоже. Если серьезно, чё? Это где это говорил про Натлан? Вообще в игре ноль инфы. Было где-то, но мы же не откуда-то это взяли. Вроде бы Невилет об этом говорил. Что-то типа в Натлане постоянно война идет, бушует, или что-то такое там, короче. Ну я не знаю, это были, ну причем сюжетные персонажи как будто бы об этом говорили. Я не знаю, ну загугли, вроде бы. О, эпик выпал, все, один остался. В манге было, да. Кстати, а была же манга по Геншину, и правда. Так, ну да, каких-то крабов, наверняка они тоже гуляют все вместе, а? Diamond Claw. Блин, не очень там... Пятнадцатая банка не откроется без 30 уровня. А, это не мне. Я уже хотел говорить, что я как бы, да. Сумер был примерно такой же, показали лесок зверей. Ну, похоже, что-то, да. Так, и как вас все поджечь тут, чтобы это все открыть, блин? Таких персов насыпало? Тех, что видишь на экране, и бесплатно забрал Верину. Да, конечно, бей по неуязвимости. Что здесь? Почему-то золотой, хотя один моб всего. Видимо, еще заспавнится, да? А, я не забрал награду. Сейчас заберу. А, и че? И все? Просто надо было побить одного медведя. Жесть. Премиум тюнера две штуки. Вот откуда они падают. До этого не обращал внимания. Как Магмарайдеру щиток снять? Сюжет, наверное, пройти там специальный зеленый квест. Скорее всего, так.
Если ты его почему-то типа победить не можешь. Финальную ешку не бахнул. Камера, хватит тупить! Я не знаю, почему она тупит. Короче, надо центральную резко нажать. И это фиксится. Так, это все снизу в каких-то пещерах или что? Так, я же лемура эпического нашел уже, да? Так, а что это за пещера? Там как будто бы вход какой-то есть. Но нет. Водопад, да. Нету. Блин, и как? И что? И с какой стороны? А, это... Блин, я не знаю, где это. В эту пещеру зайти, там очень запутано. Блин, да честно говоря, я лучше просто других мобов найду, а потом сюда пойду. Лучше просто какую-нибудь другую синьку бахну. Птицы тоже часто вроде по несколько... А, хотя это элитка. Ну, кстати, птиц как раз можно было бы элитку вычистить, да, наверное. Блин, ну они там 120 уровня, богать не хочу пока. Да, один моб до 15-го, все уже, вот прям. Можно по элиткам попрыгать опять, ой, по боссам, можно к Краунлесу прыгнуть. Краунлес, вот этот робот, Краунлес робот, но их довольно долго бить. А так мы еще мир исследуем по чуть-чуть. Ля, чё здесь, конечно, жопа, если честно. Waving Battlefield. Wolverine. Найс. Не-не-не, пёс, не. Какой кап по левелу? Ахрен его знает. Да отстань ты, стамин закончилось. А, вон, целых две попуги. Кайф. Левел чего? Ну, я думаю, имеется в виду левел этого аккаунта. Что еще обычно имеется в виду? Так, ну-ка, птица, давай эпик! Да! 15-й левел! Есть! Лего! Не выпало. Лего! Выпало. Гласио призм. Золотая. С пещеры не за обезьянами зовут вот такую звезду, если не ошибаюсь. Добил всех, но не собрал. Не знаю. Может быть. Дев. Крио Дев. Выглядит пососно. Lucius, let's race. На английском мне больше нравится, как, по крайней мере, фраза бега говорит. Ну что, превращаем все зеленки в леги, да? Ну, пробуем, по крайней мере. Насколько это возможно? Сейчас тебя зачищу. Лучше это делать на 17-м. Нет, лучше это делать сразу, потому что если мы их получим, это значит, что нам их не придется фармить по миру. И мы быстрее качнем опыт.